Но то, что решение было об этом. Но если стратегию писали, вот стратегию с предложением Бодена, да? Да. И если принятии... это Ирина Анатольевна, то это наверняка во время Конгресса. Вот я полагаю, может быть, это во время Конгресса было. Где-то мы собрали это самое СИПО наше. Угу. У нас там командующий... Национальную секцию. Да. Командующим был Ильичев. И Исаков. Вот они были главные там. А стратегии это я сказал, предложил. Я говорю, давайте мы, вот российское отделение, я всегда был склонен к вопросам глобального постановки. Я сказал, давайте мы вот, поручите нам, мы сделаем. Вы потом будете говорить спасибо российскому этому отделению национальному. И это уже не им Боден сказал, а сказал Кай Кари Линдал. Ага. Ты знаешь фамилию, да. Он сказал, мы поручаем вам. Считайте, что мы поручили, да. Но мы, значит, вот как-то, ну, как понимаешь, ну что, это был какой-то такой разговор и так далее. А Ирина взяла и даже набросала. И у меня целая папка по стратегии, потому что начали присылать все-таки предложение к этой стратегии. Была целая. Наша или иностранцы? Наша, да. Мы хотели им представить общий, так сказать, план. Не, ну теоретически, часть архива, я знаю, что она в комнате IBA, которая вот, который в Союзе. В Союзе, вот, да. Еще, видимо, часть архива. Витя сказал, думаю, что часть архива, наверное, все-таки увидим. Он все отвез в Союз.